Всем здоровья, всем костерам, кибопу, большой связи, ребята, ну зарежем, как никогда, несмотря на то, что погода максимально днища. Вчера была такая замечательная, плюс 27, я вышел, песня, солнышко, я загорал, сегодня, возможно, осадки в виде фрикаделек, просто чисто миллион туч, дожди, хрен его знает почему и зачем, но есть как есть, вы понимаете, и никакая погода не в силах нам с вами испортить настроение, потому что оно у нас есть. Если бы у нас его не было, вопрос Азира, я сам Зира. Сами понимаете, да, блин, капец, красопед, класяш, разорвал. Короче, новый синяк этому дня. Я сегодня выставил видос краснодарского арбуза. Подведем итоги. Арбуз сам по себе, он сочный, он сладкий. В конце постоянно появляется какое-то послевкусие, какая-то горчинка. Все равно арбуз хрень, кто бы что ни говорил, вы понимаете? И понятное дело, просто чисто, я когда приехал, я себе пообещал, что я не буду здесь брать арбуза. Потому что круче херсонских арбузов, невозможно, никогда не будет. Ну и понятное дело, я не сдержался, потому что я до безумия. Даже себе представить не можешь, просто чисто, вот эти ощущения, вот просто чисто, я до такой степени от этих фруктов кайфую, это невозможно передать через телефон, невозможно через экран, к сожалению, передать. Ты просто чисто вот как от картошки. Вот молодая, вот ты просто чисто ее ешь. Можно просто себя все запихнуть, как в топку, да? И забыть. А можно действительно вот взять картошечку, просто вот реально кайфануть нахрен с нее. Вот просто чисто укусить. Понимаете? И те самые рецепторы, они начинают уже играть. Вкусовые охреневающие сосочки. Вы понимаете? И просто чисто наслаждаться не только жизнью, но и едой. То же самое у меня с арбузами. Я до безумия просто чисто обрадовался, когда я увидел вот этот лопух. 17 килограмм чинался сюда. Я думаю, блин, капец. Ворачивается то самое, да, как говорится, мочеспускание. Думаю, блин, сейчас сусусь, как я люблю. И понятное дело, я разрезал. И просто чисто, поначалу, да, я обрадовался, но когда я стал есть, я понял, вкус это не тот, какая-то горчинка. Просто чисто, это не то удовольствие, это нахрен вообще не та жизнь. Тот херсонский, вот разрезаешь, ты видишь, прям максимально розовый, такой просто, ой, вот прям чисто, вот реально, вот этого того самого вкуса мне очень сильно не хватает. Если бы сейчас, соответственно, была возможность просто чисто купить, да, вот херсонский, счастье не знало бы границ. Как говорится, счастье полные штаны было бы. Но есть как есть. Ну и понятное дело, просто я себе пообещал, что все-таки все равно. Здесь я больше никогда не буду брать арбузы. Как бы, соответственно, мне не хотелось. Может быть, опять, да, говорю, что нет, в итоге ни хрена, опять взял. Вот, соответственно, мне привезли 3, да, мне подарили. Но есть как есть. Вот я, понятное дело, я их сожру. Но никакого кайфа, никакого удовольствия я от этого арбуза не получу, потому что невозможно. От еды нужно реально кайфовать. Я не знаю, в связи с чем это связано, откуда они везутся. Может быть, действительно, в самом Краснодаре, да, соответственно, как вот в Крыму, как там многие говорят, просто чисто здесь стоит фура, я смотрю, там фуры просто чисто номера крымские. Ну, не везется из Крыма арбузы, не везутся они. Они, может быть, и везутся какие-то днищенские, не те. Я не знаю, откуда они везутся и откуда стоит эта фура. Есть как есть. Когда ты, соответственно, в Крыму ешь арбуз, это одно. Когда, понятное дело, спустя 2000 километров тебе везут, может быть, из-за того, что порция. Во-первых, херсонский сюда вообще не поставляется и никогда поставляться не будет. То же самое, что эти стоят. Он, я говорю, брат, откуда арбуз? Он говорит, Астрахань. Я говорю, Астрахань 500 тысяч лет там не везется. Я говорю, зачем ты врешь? Он говорит, Краснодар. Я говорю, так и говори. Я говорю, а что ты говоришь, Астрахань? Я говорю, нет, я знаю. Я говорю, меня не обманешь. Вы понимаете? И каждый старается обмануть. А потом в итоге, когда ты покупаешь за тридорого этот арбуз, и ты действительно хочешь кайфануть. Во-первых, цены до безумия нахрен взлетели. Я считаю, за такие арбузы должны бесплатно раздавать, потому что это не те арбузы, понимаете? И понятное дело, это все, конечно, все не то. Но есть как есть. В любом случае, просто чисто жизнь продолжается. Кстати, я ни о чем не жалею. Почему? Потому что я с этими арбузами на спортивном канале записал видосы. Вы понимаете? Я постоянно во всем ищу охреневающие плюсы. Как бы это сложно не было. Соответственно, появилась возможность арбузу песня. Будут охреневающие видосы. Вы понимаете?
из всего нужно и можно извлекать охреневающую пользу. Просто чисто нужно понимать время.